Теперь обо всем подробнее. Масштабная реконструкция дорог идет в Петропавловске. До начала холодов порядок приведут 10 улиц областного центра. На какой стадии сейчас работы, расскажет Ирина Панфилова. Улица Жамбыла Атабая до Интернационально перекрыта. Здесь ведется средний ремонт дорожного полотна. Укладка асфальта занимается ТО СУ-808. Погода стоит сейчас нормально. Если будет все хорошо, то мы срок все успеем сделать. В сентябре думаем закончить. У нас еще есть улица Жамабаева. Там большие объемы. У нас свои асфальтобетонные заводы. Материал есть. Выпускают по не менее 500 тонн в сутки. Хватает дорожникам и техники. На объектах задействовали 25 современных машин. Николай Кундель – машинист опытный. Говорит, на новом асфальтоукладчике работа идет быстрее. Раньше работали на российской, сейчас бы, как сказать, у нас зарубежная техника, в основном немецкая. Работать легче, конечно, стало. Объемы больше. Стараемся быстрее открыть дороги. Естественно, качество у нас как бы в первую очередь. Если не качественно, нас даже не пропустят. Помимо укладки асфальта по улице Жамбыла меняют тротуары и бордюры. Последние делают из дробленой щебенки. Материал экономически выгодная альтернатива граниту. Петропавловцы такие перемены в облике города приветствуют. Надеются, что скоро перекрытые для ремонта улицы откроют и неудобства горожан прекратятся. Конечно, это радует, что дорога у нас ровненькая будет. Все замечательно. Это всегда радует, когда новые дороги хорошие. Еще бы тротуары еще отремонтировали. Иван Урсу живет в Германии. Последний раз в Петропавловске был 12 лет назад. Говорит, за это время здесь многое изменилось. Это все делается для людей. По крайней мере, в Европе так. Я очень рад, что появился вот этот такой какой-то пейзаж, зеленый. Это мне очень радует. До начала холодов в Петропавловске планируют привести в порядок 10 улиц. Всего на благоустройство города из госбюджета в этом году выделено 2 миллиарда тенге. Ирина Панфилова, Владимир Боровков. Новости МТРК.